покажу, как продавать заработанные поинты. Так, мы нажимаем на кнопку купоны, нажимаем на купоны, переходим на страницу создать купон. Так, давайте создадим купон на 10 тысяч. 10 тысяч, один купон, нажимаем создать. Так, купон активно создан. Теперь переходим сюда, копируем этот купон, заходим в Яндекс, пишем продать купон в топе. Так, код купона, который мы скопировали, вставляем. И нажимаем, ну, что я не робот. Оценить мои купоны. Смотрим. Так, 10 тысяч купонов по 7 рублей 70. Вывести деньги. Так, платежная система. Давайте на Киви. Номер кошелька. Пишем свой номер. Так, комиссия здесь тоже есть. И почту свою тоже пишу. Так, почта у нас вот такая. Нажали. Так, обязуюсь самостоятельно оплатить налоги, все такое. Так, дымовые трубы. И вывести. Так, проверяем корректность данных. Все. Да. Так, вот вывод. Итак, вот к нам деньги пришли. 68 рублей. 10 тысяч поинтов по 7 рублей. За 1070 рублей и 2 рубля комиссии. 68 рублей. Заявку мы создали 13:33 и в 13:43 к нам пришли деньги. Так, но я этим способом практически не пользуюсь, потому что на этом сайте поинты продаются за 7 рублей. Также на форуме или в каналах Telegram вы можете найти людей, которые покупают поинты по 7,5, 8, 9 рублей. Так их дороже продавать. Но можно и сайтом, если вам это подходит.